Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко улетели во Владивосток. Вчера у Нади Ермаковой был день X. Приятные хлопоты и все такое. Поклонники подозревают, что Ермакова замуж собралась, ну или хотя бы в ЗАГС для начала. Однако позже выяснилось, что Надя купила себе первую в жизни машину за 750 тысяч рублей, чему несказанно рада. Саша Чернов в восторге от своего преподавателя по этикету и мечтает попасть на бал. Но Иосиф ее совсем не поддерживает. Ему эта затея кажется скучной. Никита Кузнецов и Дарина Маркина планируют свадьбу на весну. Ольга Бузова вчера провела пятницу в компании Александра Ревы на фестивале «Жара» в Баку. Поклонники заметили, что их общение было слишком близким. Все было похоже на флирт, особенно со стороны мужчины. Интересная новость с сайта «Шлок». Дмитрий Талыбов пришел на проект, чтобы проучить свою бывшую девушку и построить любовь на телестройке на ее глазах. Татьяна Африкантова с мужем и дочкой Яной уехали в Туапсе, но отдых накрылся медным тазом. Судебные приставы заблокировали все банковские карты женщины и ее супруга. Все дело в том, что несколько лет назад Татьяна затопила квартиру соседки снизу и должна была выплатить 50 тысяч рублей, но ничего не заплатила. Теперь они остались без денег, и женщина обратилась за помощью к подписчикам. Олеся поделилась с подписчиками неприятной новостью о том, что она действительно нуждается в срочном лечении и в данный момент проходит обследование. Врачи подозревают онкологию. Вика Романец продолжает отрицать примирение с Гусевым. На вечеринке с ним они встретились случайно. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.